что же, друзья, можно считать, что наша сказка потихонечку подходит к своему завершению. Осталось лишь самое главное – узнать, кто сегодня станет главной героиней нашей сказки. Но перед этим я хочу пригласить на сцену генерального директора модельного агентства «Премьера» Анжелику Шучальну. Под ваши аплодисменты прошу на сцену. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно видеть вас всех в этом зале на ежегодном конкурсе красоты «Мисс Уфа». Как и полагается, во всех сказках есть только одна королева. И в этом году обладательницей титула королевы красоты «Мисс Уфа 2012» стала Виктория Ядренкина. В свои 16 лет Виктория получила заветную корону и шикарную норковую шубу от официального партнера, а также возможность участвовать во всероссийских и международных конкурсах красоты. Первой вице-мисс Уфа 2012 стала Анастасия Старухина. Второй вице-мисс Уфа 2012 названа Элина Акбердина. Девушки получили восхитительные золотые колье от официального партнера мероприятия. Но на этом коронация не закончилась. Все участницы получили массу призов от партнеров и организаторов конкурса. Хочется отметить обладательниц специальных призов от наших друзей-партнеров. Титул «Мисс Алекс Фитнес» получила Анастасия Каштанова. «Мисс Хайп» – Жанна Кляцкая. В новогодней фотосессии для журнала «Shop & Go» вы увидите Алену Кобякову и Дилару Мусину. Костромской ювелирный дом наградил очаровательным кольцом с бриллиантом Дилару Мусину. Теперь она будет лицом ювелирного дома. А Соль Гвоздева получила спецприз от телеканала M-Television. Интернет-портал geometria.ru по итогам голосования выбрал Элину Акбердину. Газета «Комсомольская правда» по итогам голосования наградила специальным призом Дарину Миргалиеву. Обладательницей титула «Мисс Белла» стала Ида Набиуллина. Интернет-портал «Страна красоты» по итогам голосования выбрал Айгуль Мухаммедзянова. Журнал «Выбирай» также отметил специальным призом понравившуюся участницу Алину Гусманову. Павловский парк учредил путевку для Эльмиры Мавлютовой, которая стала обладательницей титула «Мисс Очарование», а Анастасия Милеева награждена титулом «Мисс Грация» и подарком от сети магазинов «Твое». Итак, друзья, «Мисс Уфа» 2012. Ядренкина Виктория. На церемонии награждения девушки блистали в вечерних нарядах от Иржинки Ракаевой, созданных специально для конкурса красоты «Мисс Уфа 2012». После сказочного шоу все участницы поехали на бал в лаунж-бар «Бархат». А, я не верю в это. Ты довольна? Да, конечно, довольна. Долго к этому шли все-таки, да? Да, долгие репетиции, старания. Вообще очень-очень счастлива. Я сама не ожидала и чисто случайно попала на этот конкурс. И вот я благодарю свою судьбу за то, что оказалась здесь. Мы тебя поздравляем. Как тебе удается выглядеть? Есть какие-то секреты? Нет, секретов нет. На самом деле я очень старалась и надеялась, и вот получилось. Я безумно рада. Хотела бы сказать большое спасибо спонсорам, организаторам за такую работу прекрасную. Расскажите нам подробнее, как вам так все удается? Быстро все успеваете и делаете? Не быстро, не успеваем, но делаем. Наша работа заключается в том, чтобы дарить людям красоту. Я считаю, что именно для этого женщины и девушки созданы. Поэтому модельное агентство «Премьера» каждый год старается удивить зрителей новыми лицами, новыми очаровательными девушками и создать хотя бы на один вечер иллюзию сказки, красоты и очарования. Я очень надеюсь, что этот конкурс не исключение, что он также порадовал и зрителей, подарил массу приятных впечатлений, эмоций, ну и, конечно же, открыл новую королеву красоты этого года.